пригласить противоположный полно медленный танец. Я не решался. Даймонд вот не решался. Ну, у Даймонда и сейчас-то шанса особо не будет. Он просто играет. Не-не-не. Он гораздо лучше играет, чем танцует. Нет, мне рассказывали, я не знаю. Она приходит домой. Она ищет свою постель. Ее тянет к окну посмотреть, что осталось после того, как она вошла в дом. Но какой-то странный герой ей подсунул письмо под дверь. Она читает его, на ее лице отражается стук колес ночного метро. Желтоглазые поезда, холод снаружи возьмет внутри мерцающий свет. Большое кольцо, проводник, перрон, светло-синий вагон, и кто-то сверху глядит на ее лицо. Позавчерашний маршрут не скучает без ее героя. Как мало жизни остается на жизни, дождь сквозь стекло на нее стеной. Thank you.